сколько подай? Лариса, тихонечку на камеру. Не ругайся. Так, поднимайтесь. Спасибо. Вот мы дошли. Так. Поднимайтесь сюда, где я. С моей стороны, вот с моей стороны. Так. Молодцы. Проходите. За деревце держитесь. Молодцы, дошли. Проходите. Вон она, гигантская арка. Вот сюда. Вот с этой стороны. Виктор, сюда поднимайтесь. Вот, правее это меня. Барбара, нахрест. Сергей. Ага, штаги нахрест. Поднимайтесь за Барбарой, вот где она. Вот. Там красивый два. Как это место называется, что мы пришли? Каркаралы в горах, Каркаралы. Да. Хорошо. А, Нурила, хорошо. Так, пожалуйста. Вот это каменная арка, каменные ворота. Обозначены на многих туристических картах и схемах Каркаралы, особенно старых. Одна из достопримечательностей. Размер этой арки таков, что сюда может пройти два вагона, так говорят местные жители. Поместиться, поместиться, да. Но высота, Санжар, как называется это место? Это каменные ворота. А какая высота вы оцениваете? Вот, вы хотите сказать, высота проема? Да, да, да. Я полагаю, метров 8. Может быть так, да. Угу. Хорошо. По поводу происхождения, конечно, такой арки. Ну, процессы выветривания многочисленные. Да, возможно, все эти пещеры, которые мы видели. Вам нравится это место? Да, конечно. Возможно, как в прошлом была такая же пещера, которую мы видели. Не жалеете, что столько времени затратили, пришли сюда вместе с проводником Михаилом Саворовским? Совершенно. Местным жителям. Тренером по... Вещи, о которых можно жалеть в жизни, это как-то... Да. Тренером по спортивному ориентированию. Известным... Мастером спорта. Да, известным путешественником. Да. Ну что, будем далее идти. Нам надо сделать небольшой перерыв. Перекусить, а потом собираться назад. В гостевой дом Нурилы Ботовой. Поднимайтесь сюда, Сия. Михаил Саворовский не будет возражать, что мы здесь перерыв. Небольшой перерыв надо сделать. Студенты устали. Асия, поднимайтесь сюда, здесь вид хороший.
Вам понравились каменные ворота? Да. Идите сюда, поднимайтесь. Тут имеется надпись «Каменные ворота». Мы хотим ее сделать немножко поярче. Вот, не жалей, сильней. Ладно, ладно, делай следующую букву. Как ты тень наносишь? Ну, давай так. Это каменные ворота, великолепный объект в горах Каркаралы. Высота его от основания, ну, наверное, 6 метров, не меньше. Вот такое чудо, объект природы. Сейчас мы посмотрим, что делают наши студенты. Они осматривают достопримечательность вот эту замечательную. На фоне этой арки люди кажутся совсем маленькие. Вот такие своды каменные изваяла природа. В процессе выветривания миллионы лет мягкие породы вымывались, и образовался такой проем гигантский в горах Каркаралы. А мы тем временем, посмотрите сюда, Ирина, вот, и даже с нашими студентами и преподавателями медицинского вуза приехали студентка Костанайского педагогического, да, университета, Ирина Вагнер, попутешествует с нами. Вместе с известным врачом, бывший наш студент Антон Кистанов нашего вуза. Посмотреть наши великолепные достопримечательности Сарарки. Мне очень приятно, что Александр Борисович меня пригласил, потому что всегда путешествовать с ним — это обязательно какие-то приключения. Потрясающие красоты, и незабываемые истории. Ну вот что, мы путешествуем в районе каменных ворот за перевалом Туркизен. Вид на Кендару урочище. Открывается такой красивый вид.